Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас очередной заказ с сайта Рандеву. Итак, поехали. Всегда все шикарно упаковано. И что же у нас там? Там у нас с вами вот такой интересный пакетик. Поставь меня в холодильник. Представляете? Это коллаген, девчонки. Это коллаген. Такие интересные продукты. Пищевые добавки тоже есть на сайте Рандеву. Вообще, Рандеву — это любовь. Это не только товары, которых нет больше нигде. Потому что вот мою краску для волос я больше нигде не смогла найти. Она только есть на Рандеву. Я имею в виду Эстель Принцесс, да? Это еще и баллы за отзыв, которые можно потратить потом. 1 балл, 1 рубль, да, на покупку. Это очень выгодно получается. И еще, естественно, это мой промокод 10%, который всегда прописан в инфобоксе. Так, живой коллаген. Это патчи интересные очень. Будем с вами вместе тестировать. Прям немедленно. Мне давно не терпелось. Так, смотрим. Гидрогелевые патчи с живым коллагеном. Противоотечный. Вот, я обожаю этот эффект. И анти-эйдж. Так, дальше. Вот такой спрей Алин взяла для волос. Хвалят, хотелось попробовать. Полное восстановление волос, кератин плюс, без сульфатов и парабенов. То есть, в принципе, подходит для волос, которые... Господи. В общем, подходит для всех волос. Для глубокой реконструкции сухих и поврежденных волос. Я чисто на кончике буду, и Ксюшке тоже, потому что у нее плохо волосы расчесываются. Вообще состав прикольный. У Алин есть такие годные вещи. Попробуем, посмотрим. Как всегда, подарочки. Моя любимая Bubble масочка. Пузырящаяся. Обожаю ее, она крутая. Так, и что у нас сегодня с вами за аромат? У нас с вами сегодня... Хьюго Босс, слушайте, это мужской или женский? Босс Бутлет. Мужской, что ли? Так. Для мужчин. Да, это, короче, Жене перепадет счастье. Сейчас потестирую, мне интересно. Мне кажется, у него такой был. Так. Ой, классный какой, классный. Мне нравится. Слушайте, мне нравится классический. Вообще, тут с нотками табака. Какой вкусненький. Он у меня такие любит. Прям вообще зайдет однозначно. Так, ну что, давайте распакую сейчас вот этот интересный пакетик. И патчи с вами тоже сразу попробуем. Так выглядит коллаген, девчонки. И он вкусненький. Гидролизат коллагена 1, 2, 3 типа. Яблочко с разными вкусами есть. Улучшенная формула с эластином. Упругая кожа, блестящие волосы, крепкие ноги, гибкие суставы. Здесь 500 грамм. Давайте почитаем информацию и тоже попробуем скорее. Состав вам показываю. То есть здесь сок яблочный у нас с вами. Пищевая ценность, энергетическую. Употреблять в виде желе. От 1 чайной до 1 столовой ложки в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды. В случае необходимости выбранную дозировку перед употреблением можно разогреть на водяной бане и развести в стакане воды. Так. Индивидуальная переносимость, белок, тра-та-та. Ага. Продукт не замораживать, избегать попадания влаги, УФ лучей. Поэтому он вот в таком пакетике, да. Будем хранить его в холодильнике. Так, а где у нас здесь вот рекомендация по хранению? А вот от нуля. После вскрытия упаковки хранить не более 3 месяцев в холодильнике при температуре от 0 до 8. Вот так. Ну вот на дверь можно поставить, в принципе, если влезет. Так, значит, 1 чайная ложка. В день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды. Сейчас открою. И открою патчи. Прям повидло. Вот повидло прям. И пахнет вкусненько. Прям яблочком. Натуральненьким таким. Давайте скушаем скорее. Так, ложечку берем. Ой, какой густой. Смотрите. Так. Вот так. Достаточно. Вкусно, девчонки. Яблочное повидло. Вообще не сладкое практически, не приторное. Прям вот яблочко, немножечко кислиночки. Ну и практически совсем не сладкое. Но вкусно, приятно такое кушать. Вы знаете, приятно. Запиваем стаканом воды. Вот классно. Вот такое вот кушать с удовольствием. Вот с удовольствием. Потому что приятно, вкусно и классно. Мне нравится прям. Так, теперь по патчам. Здесь, конечно, есть лопаточка и все дела. Я как раз только выполнила свой уход. И волосы помыла. Сейчас как раз спрей на кончике попробуем. Расскажу вам. Так, давайте смотреть. Такие большие, хорошенькие. Я их сейчас надену и покажу вам. Они прям такие огромные, большие. Это очень классно. И очень много сыворотки. Очень много. Я ей прям умылась и декольте еще. В общем, у нас с вами коллаген внутрь, коллаген наружу. А он... Но он вообще очень нужен организму, я бы сказала, даже необходим, особенно возрастному. Поэтому прям супер, я счастлива, довольна. Сейчас и тот, и другой продукт ставлю в холодильник, там он и хранится будет. Патчи снимем, потом все покажу. Пока сейчас попробую спрей и пойду укладывать волосы.
Ну что, девчонки, по спрею, хорошенький такой спрей, без утяжеления, понравился, легенький такой, не заметила от него ничего такого плохого, можно, в принципе, и на всю длину, нормально. Давайте патчи снимать и посмотрим, что тут у нас с вами. Ой, кусок остался на лице, бывает. Зеркальце у меня, да, у меня на балконе есть зеркало. Слушайте, увлажняют очень-очень-очень хорошо. Вот прям кожа, разница есть, где патчи были, где нет. Прям вот очень хорошо. И остается даже немножко кусочками вот сыворотка. С одной стороны, почему-то здесь нет, здесь все впитало. Прям очень-очень хорошо. И до сих пор кожа вокруг глаз холодная. Вот почему, наверное, как бы работают они, как подгоняют немножко отеки. Они у меня с утра сегодня были отеки. А сейчас уже неплохо, прям неплохо. Можно делать макияж, типа покорять мир. Хорошие патчи, мне пока нравятся. Увлажнение, а если есть хорошее увлажнение, значит будет разглаживание. Да что тут у меня? Не туда, не сюда прилетело. Вот. Так что и тот, и другой продукт понравился. Ничего плохого сказать не могу. Буду тестировать дальше. Потом, если что-то будет, расскажу. И в пустых баночках, конечно, тоже. А сейчас у нас с вами будет вечерний уход. И я покажу вам эту свою любимую масочку в действии. На самом деле я сейчас поискала. Задалась наконец-то целью. На рандеву ее, к сожалению, нет в полноразмерке. Нашла ее на Яндекс.Маркете, но полноразмерка 105 мл стоит прям прилично. 2 с чем-то тысячи. Нашла вот такие сашетки. Они по 48 рублей или по 49 при покупке от 6. То есть это нормально. Вообще здесь 3 мл, а 10 мл 300 с чем-то рублей. А у нас с вами получается, если купить 3 сашетки, это почти 10 мл. Это 150 рублей. В общем, в сашетках выходит выгоднее всего. При желании ее можно растянуть даже на два раза. Маска вообще обалденная, девчонки, корейская. Она тут с экстрактом жемчугов, улитки, очищает, подтягивает. И она пузырьковая. В общем, сейчас мы с вами очень хорошо очищаем лицо. Мицеллярка, пенка, все дела. Возможно, даже скатка. И покажу вам ее в действии. Ну, а теперь приступим. Здесь единственный косяк у маски. Здесь нет надреза. Приходится ножницами разрезать. Я прям вот так из пачки на лицо выдавливаю. Она такая сначала, знаете, такая вот гелевая, черненькая. Вот, в принципе, полпачки можно разнести, и этого достаточно. Она и так будет очень хорошо пузыриться. Ее прям немножко нужно вот таким вот тоненьким слоем. Она и так сейчас будет очень хорошо пузыриться. Еще у нее обалденный запах. Вот прям шикарный. Можно растянуть еще дальше. Но я доделаю уже всю и на Яндекс.Маркете потом себе закажу еще, потому что она прям классная. Оставлю вам ссылку тогда тоже. Так, тут еще есть. Я ее и на веки, и везде наношу. Вот видите, уже начала пузыриться, процесс пошел. Тут еще прилично. Ее прям вот тоненьким-тоненьким слоем. Вот так. Вот уже хорошо так пузырится. Она и очищает, и тон выравнивает. Прям вот такая вот масочка на выход. И в принципе 49 рублей 3 мл. Даже если вот ну, такой нормальный объем для маски 30 мл, 10 штук, 490 рублей. Для такой маски это нормально. Потому что эффект вообще шикарный. Вот так. Я, кстати, ее потом еще второй раз вот так могу поделать. Она еще раз будет пузыриться по типу фаберликовской маски. А так, видите, ее пена сейчас будет еще больше, больше и больше. Прям ее будет много, хотя у нас совсем тонкий слой. Класс. Так, сколько мы с вами ходим? Ходим. Ну, я обычно ношу, когда она уже перестает пениться. Минут 10. Вот тут очистим тоже места, про которые забывать не надо. В уголках глаза, чтобы они не темнели. Вот так, видите, вот здесь пальцем прошлась, а оно опять тут еще раз пузырится. Так что, в принципе, можно, когда перестанет пузыриться, еще раз пальчиками по лицу пройтись и еще немножко продлить эффект масочки. Вот уже 15 минут прошло, два раза ее уже вот так вот по лицу разносила, и все равно она еще пенится. Будем смывать. Ну вот и все. Слушайте, кожа, ну вот просто какая-то невероятная. Она сразу резко такая упругая. Такая увлажненная, такая классная. В общем, мне безумно нравится эффект. Вот
стоит один раз ощутить, чтобы понять, вот прикоснуться к коже после этой масочки. Прям вот суперская. И даже остается легкая липкость вот первое время. Хотя я ее смываю спонжем, да, то есть до скрипа кожу вымываю. Но все равно вот кожа настолько что-то впитывает, вот эти вот компоненты. Сейчас это минутки через две, через три пройдет, и она будет такая красивая, матированная, очищенная. Мне кажется, даже есть моментами высветляющий эффект. Прямо сейчас обратила на это внимание. Так что вот так масочку вам показала. Вот все уже, все, вот здесь кожа высохла уже. Все, красота сухая. Очень классно. Мне прям безумно нравится. Прям твердая-твердая, такая упругая кожа. Так, ну все, мои хорошие, вся полезная информация, как всегда, в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.